Вести Карачаево-Черкесия. Здравствуйте. В марте Киев о некоторых событиях республики. Сегодня в выпуске. Еще 50 придомовых территорий республиканской столицы будут благоустроены в ближайшие два года. Регион вошел в топ-5 лучших команд страны по разработке проектов и стратегий в сфере туризма. В Карачаево-Черкесии пройдет форум информационных технологий в креативных индустриях «Креатив». И в картинной галерее «Черкесска» проходит выставка работ местных художников «Память», посвященная депортации карачаевского народа. Далее об этих и других темах подробнее. В Москве проходит третий Всероссийский форум «Народы России», который является одним из ключевых ежегодных мероприятий в области национальной политики в стране. Нашу республику представляют заместитель председателя правительства региона Джанибек Суюнов и министр по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Альберт Кумуков. Участники мероприятия обсуждают пути решения актуальных задач государственной национальной политики, повышение эффективности и профессиональных компетенций государственных служащих, муниципальных служащих и представителей общественных организаций в сфере межнациональных отношений, а также формирование деловых коммуникаций между участниками. Директор художественной школы «Черкесска» Юрий Карасов награжден золотой медалью Союза художников России «Духовность, традиции и мастерство». Этой наградой традиционно отмечают наиболее ярких деятелей изобразительного искусства России. Юрий Баубекович – художник с большим опытом творческой и педагогической деятельности, заслуженный работник культуры Карачаево-Черкесии, член Союза художников страны. С 1989 года он возглавляет детскую художественную школу республиканской столицы. Работы Карасова выставлены в различных музеях России, частных коллекциях в Австрии, Турции, Азербайджане, Грузии и Казахстане. По результатам всероссийского конкурса «Регион для молодых», инициатором которого стало Федеральное агентство «Росмолодежь», 42 субъекта России получат субсидии на развитие молодежной политики. В числе победителей наш регион. Подробности сообщил министр по делам молодежи Ибрагим Татаркулов. Федеральным агентством по делам молодежи был организован и проведен конкурс для комплексного развития молодежной политики в Российской Федерации «Регион для молодых», который со своей стороны позволит создать систему непрерывного сопровождения и поддержки молодых людей. По итогам данного конкурса Карачаево-Черкесская республика вошла в число победителей и выиграла субсидию в размере 57,2 миллионов рублей, что со своей стороны позволит сделать существенный вклад в дальнейшее эффективное развитие молодежной политики в Карачаево-Черкесии и даст новые возможности для молодежи. В 2023 году на территории субъекта планируется открытие молодежного центра, в рамках которого будут реализованы актуальные для ребят мероприятия и площадки. Данное молодежное пространство позволит создать корпоративный университет, который включит в себя центр обучения в сфере легкой промышленности, который является актуальным для Карачаево-Черкесской республики, центр подготовки специалистов в сфере туризма, это гиды, экскурсоводы, инструкторы, что также, в свою очередь, не менее актуально для субъекта, чем первое направление деятельности центра. Муниципальные предприятия Черкесска приступили к наведению порядка на территории бывшей начальной школы гимназии номер 17. Здесь уже произвели обрезку деревьев и кустарников, начали вывозить мусор. Далее планируется восстановить разрушенные проемы окон и дверей, которые заложены кирпичами. Приведут в порядок и ограждения. Кроме того, на это здание уже сформирована заявка на участие в программе развития образования. В случае положительного решения объект будет капитально отремонтирован. Еще 50 придомовых территорий республиканской столицы будут благоустроены в ближайшие два года. Заявки подавали сами горожане, специальная общественная комиссия, рассмотрев их, отдала приоритет наиболее нуждающимся в ремонте и наименее благоустроенным. Всего поступила 161 заявка от собственников многоквартирных домов на ремонт 119 дворовых территорий. Как и в предыдущие годы, благоустройство будет проводиться с учетом мнения жителей республиканского центра. За последние 6 лет в Черкесске по программе капитального ремонта заменили 120 лифтов, в том числе более 20 в этом году.
На данный момент новое оборудование установлено в 44 многоквартирных домах. Об улучшении качества жизни горожан и некоторых проблемах, которые возникают при эксплуатации оборудования, рассказала ведущий инспектор управления ЖКХ мэрии города Черкесска Елена Димитровская. В тестовом режиме лифты были пущены еще в августе, и люди уже могли пользоваться. Да, от жителей многоквартирных домов поступают нарекания по поводу частых остановок лифтов, отключений. Хочу в этой связи обратить внимание жителей на то, что лифты еще работают в тестовом режиме. Происходит еще до сих пор их обкатка, наладка, регулировка. В целом лифты слабошумные, кабины светлые, комфортные, в них установлены антивандальные кнопки. И вот в этой связи особый гнев и возмущение вызывает то, что не успели пустить лифты в работу. Что мы видим? Кабины поцарапаны, электронное табло поцарапаны, кнопки вырваны. И печально, что это не приходят делать жители соседних домов. Это делают свои же жители вот этих многоквартирных домов. Продолжается осенний призыв в армию. Проводиться он будет в плановом порядке и никак не будет связан с проведением на территории Украины военной операции. Все новобранцы будут служить исключительно в России. Срочников не будут направлять в воинские части новых присоединенных регионов, а также в зону специальной военной операции. Об этом рассказал военнокомиссар республики полковник Сергей Белобородов. Осенний призыв будет проводиться планом, согласно указу президента Российской Федерации. Предстоящая призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции. Проводится плановый призыв осенью 2022 года, и все призывники будут проходить службу на территории Российской Федерации. Донецкой, Луганской народной республики и Херсонской, Запорожской области призывники на прохождение службы направляться не будут. В военных комиссариатах завезено и находится уже на сборном пункте все необходимое имущество для обеспечения вещевым довольствием, продовольствием. Большинство наших призывников, бывающих для прохождения службы, будут проходить службу в вооруженных силах. Также будем направлять войска Национальной гвардии и МЧС. Большинство призывников будет направлено в учебные воинские части. И будет, соответственно, с ними проведена подготовка по военным учетным специальностям. В дальнейшем они будут распределены по воинским частям и будут дальше продолжать боевую подготовку, осваивать свою воинскую специальность. Остальные наши граждане попадут в воинские части и будут также заниматься изучением боевой подготовки и поддержанием боевой готовности нашей страны на территориях Российской Федерации. Около 400 граждан нашей республики будут призваны вооруженные силы. Жители Карачаево-Черкесии смогут получить ответы на все вопросы, касающиеся проведения осеннего призыва, по номеру горячей линии 122 или ресурсах объясняем.рф. Подготовка верифицированных ответов на вопросы россиян позволит исключить распространение фейковой информации. Заранее были подготовлены ответы на типовые вопросы граждан. На данный момент более 20 ответов уже поступили в колл-центры. Эта работа будет продолжена. На площадке Северокавказской государственной академии состоялся молодежный форум «Ментальное здоровье российского общества знания», организованный в рамках федерального проекта «Умный маршрут». Студенты при поддержке экспертов учились бороться с тревожностью, управлять стрессом и защищаться от выгорания, чтобы чувствовать себя спокойно и уверенно в сложных ситуациях. В Карачаево-Черкесии пройдет форум информационных технологий в креативных индустриях «Креатив». Мероприятие стартует 4 ноября. В рамках форума планируются встречи с IT-разработчиками и другими представителями креативных индустрий. Основные направления, по которым пройдут мастер-классы – цифровая грамотность, креативное мышление и креативная экономика. 6 новых пляжных зон появятся в Карачаево-Черкесии. Полностью обустроенные пляжи появятся в поселке Нижний Архыз, ауле Нижняя Тиберда, у Софийской поляны и у озера Каракель. Все это благодаря победе нашего региона в грантовом конкурсе правительства страны и получению финансовой поддержки на развитие туристической отрасли от федерального центра в размере 342 миллионов рублей. Об этом рассказал министр туризма и курортов Расул Текеев. Это становится актуальным ввиду востребованности данной услуги, не сезон, потому что есть востребованность среди жителей и гостей региона. Но так как все равно эта услуга, она пользовалась спросом, люди купались в водоемах, в реках,
И даже несмотря на то, что они не были обустроены. На сегодняшний день, благодаря этой поддержке, пляжи будут обустроены и безопасными с точки зрения нахождения, комфортными, потому что эти пляжи будут обустроены в соответствии с ГОСТом, ГОСТ услуги пляжей. По итогам всероссийского конкурса государственного управления разработки и реализации туристических проектов и стратегий в регионах страны, Карачаево-Черкесия вошла в пятерку в номинации «Лучшая команда по разработке туристического маршрута». На конкурс было подано 123 проекта из 62 регионов страны. Общее количество участников составило 1400 человек. Прошедшие финал участники получат возможность пройти образовательную программу «Школа стратегов», а также попасть в базу данных Национального кадрового агентства. Туристический маршрут республики «Сказочная Карачаево-Черкесия» нацелены на знакомство с историческим наследием региона и формирование аутентичного бренда внесен в федеральный реестр. По словам министра туризма и курортов республики Расула Тикеева, национальный туристический маршрут – это направление, имеющее особое значение для развития внутреннего и въездного туризма. Новый статус даст дополнительные возможности для его продвижения. В Учкекене Малокарачаевского района продолжается строительство школы, рассчитанной на 960 мест. Представители регионального правительства ознакомились с ходом строительных работ. Новое образовательное учреждение распахнет свои двери в следующем году. Это будет одна из самых больших школ Карачаево-Черкесии. Ее площадь составит более 16 тысяч квадратных метров. Гости ознакомились и с результатами капитального ремонта в школе номер 1 села Учкекен, который проводился в рамках госпрограммы «Модернизация школьных систем». Еще один объект, который посетили члены правительства республики – Первомайский аграрный колледж, на площадке которого ведется подготовка специалистов медицинского профиля. Очередная партия гуманитарного груза, направленная из Карачаево-Черкесии военнослужащим участникам специальной военной операции на Украине. Десятки наименований продовольственных и непродовольственных товаров отправили землякам. Подробности сообщила руководитель волонтерского штаба «Мы вместе» в Карачаево-Черкесии Ася Хакирова. В социальных сетях мы такой клич кинули, что мы собираем помощь для наших мобилизованных. Понятно, что сейчас близится время к зиме, то есть это средства личной гигиены, теплая одежда, носки, балаклавы, нательное белье, термобелье. У нас есть люди, которые самостоятельно откликнулись, как физические лица приняли участие в этой акции, так и бизнес-сообщество подключилось. Это некоммерческие организации, естественно, органы власти оказали нам поддержку. И мы будем собирать все и отправлять. В связи с изменением с 1 декабря текущего года законодательства в части формы полиса ОМС и перехода на единый регистр застрахованных лиц, страховая медицинская организация МАКСИМ предупреждает, что записи с неактуальными данными могут не попасть в единую базу данных. По этой причине необходимо проверить данные полиса ОМС и в кратчайшие сроки обратиться в офисы филиала. Получение единовременного пособия при рождении ребенка стало еще проще – через госуслуги. Новый сервис запущен Минцифры России совместно с Пенсионным фондом страны. Теперь неработающие родители ребенка, либо его опекуны, дистанционно могут подать заявление на единовременное пособие при рождении. При этом основным условием является то, что получатель выплаты не должен быть работающим. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в республике соответствует средним многолетним показателям. Эпидемические пороги пока что не превышены. Официально зарегистрировано 900 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. Напоминаем, прививки – самый эффективный способ профилактики от тяжелых форм заболевания и осложнений гриппа. За 9 месяцев текущего года в банковской системе Карачаево-Черкесии обнаружили и передали правоохранительным органам 6 банкнот с признаками подделки – 3 пятитысячные, 1 двухтысячную и 2 купюры номиналом 500 евро. О том, как проверить банкноту на подлинность, расскажет начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций отделения Банка России по Карачаево-Черкесии Ольга Щекланова. Оценить подлинность российских денег можно самостоятельно, без использования специальных приборов. Для этого, к примеру, достаточно проверить водяные знаки, видимые на просвет, защитную нить, рельефные надписи и метки, а также скрытые изображения, которые определяются при изменении угла зрения.
Кроме того, в изучении признаков подлинности денежных знаков поможет бесплатное мобильное приложение «Банкноты Банка России». Оно не определит фальшивку, но покажет, где на купюрах расположены те или иные защитные признаки и как они должны выглядеть. Полная информация о защитных признаках денежных знаков Банка России размещена на сайте мегарегулятора в разделе «Наличное денежное обращение». В Карачаево-Черкесии общество «Царьград» остановило продажу товаров бренда, поддерживающего террористические акты против России. Подробности сообщил руководитель регионального общества «Царьград» Денис Струговцов. Региональное общество «Царьград» посетило магазины, торгующие косметикой в столице Карачаево-Черкесии. Идея данного мониторинга возникла не на пустом месте. Поступил сигнал от активиста Народного фронта о продаже в одном из магазинов торговой сети «Золушка» продукции компании «Ламель». Напомним, что скандальная реклама в рамках акции этого бренда в день теракта на Крымском мосту вызвала негодование граждан, так как руководство компании пиарится и восторгается террористическими актами в отношении России. У людей есть основания считать, что бренд не должен зарабатывать на российском рынке, ибо средства могут пойти на поддержку Украины. Общественники проверили сетевые и частные магазины «Черкеска» и удостоверились, что продукция бренда действительно находится на полках магазинов. Мы обратились к руководству магазина с просьбой убрать продукцию с полок и прекратить продажу этой компании. Результат был незамедлительным. Продукцию убрали не только в магазине «Черкеска», но и во всей сети. Это ни много ни мало 44 точки. В картинной галерее «Черкесск» открылась выставка работ местных художников «Память», посвященная депортации карачаевского народа. Представленные полотна выполнены художниками, которые сами были свидетелями тех страшных лихолетий и на себе испытали все тяготы депортации. Среди работ – картины известного собирателя истории репрессированных народов в период их жизни в Средней Азии и Казахстана Мусы Абайханова. Он посещал места ссылки, изучал архивные данные. Кроме того, здесь представлены выполненные в авангардном стиле портреты политических деятелей тех времен Сталина, Суслова, Берии из цикла «Монстры человечества». Выставка продлится до 15 ноября. Как мы уже сообщали, курорт Архыз появится на почтовых марках России. Первые экземпляры с изображением всесезонного туристско-рекреационного комплекса будут представлены широкой аудитории уже в этом месяце. Общий тираж знаков составит более 100 тысяч единиц. Приобрести их можно будет в почтовых отделениях страны. Создание марок с изображением курорта Архыз поставит начало уникальной серии почтовых знаков курорты Северного Кавказа. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается облачная погода, местами дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 7-12, в горах местами до плюс 7. В Черкесске дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 12 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Умар Текеев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. На правах рекламы. С 29 октября по 4 декабря в Кисловодском цирке «Тайна пирата». Внимание водителям грузового транспорта. Оперативный штаб Краснодарского края сообщает. Временно ограничен проезд грузового транспорта через Керченскую паромную переправу. Исключение – грузы военного назначения, специальные грузы, фармацевтическая продукция, а также техника, необходимая для восстановления инфраструктуры и отдельные виды товаров первой необходимости. С полным перечнем товаров, разрешенных для провоза паромной переправой, можно ознакомиться в постановлении губернатора Кубани Вениамина Кондратьева на сайте администрации Краснодарского края. Для остального грузового транспорта возможностью проехать на Крымский полуостров станет оснащенный автозаправочными станциями сухопутный маршрут. Он проходит через Ростовскую область, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорога из Таганрога на полуостров займет около 7 часов. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!